Здравствуйте. Я являюсь начальником отдела в НИИ МИФИ, который занимается внедрением различных свободных программных и аппаратных решений, обычных программных. И я как работник высшей школы очень недоволен тем, что каждый раз, когда сверху сваливают какую-то задачу, каждый институт ее заново выполняет. То есть каждый ее делает сам. Вот есть там сотни институтов, и вот этот труд, он, понятное дело, просто огромно дуплицирован. И все мои труды о том, чтобы устранить эту проблему, всегда, в общем, ничем не заканчивались до последнего момента, когда началась вся эта шумиха с импортозамещением. Сейчас, наконец-то, по крайней мере, руководство нашего института заинтересовалось. Поэтому, с учетом того, что МИФИ пролетело с сроками подачи заявки на эти импортозамещения, я просто хотел, покрасоваться и сказать, возьмите нас в свой консорциум. Блиц об этом. Понятное дело, надо понять, зачем мы вообще кому-то, может быть, нужны. Я, в принципе, хочу сказать о четырех пунктах. Во-первых, да, мы можем проводить обкатку всех возможных продуктов. Это в очень жестком продакшене, мы как бы институт большой. Мы можем самостоятельно устранять какие-то неполадки, поскольку у нас есть, собственно... я дальше расскажу подробнее по каждому пункту. Также мы можем пакетировать и разрабатывать. По поводу обкатки. Мы институт не маленький, у нас порядка 20 филиалов, в основном в филиале около 3000 сотрудников, 10 тысяч студентов. Наша контора, она до сих пор как бы такая очень, это очень классический представитель. У нас огромное количество бюрократии, у нас очень отвратительный бизнес-процесс и так далее. То есть у нас просто эталонная организация, на которой можно все это измерять. То есть если у нас получилось, везде точно получится. И у нас, в отличие от других институтов, есть штатный отдел, который занимается специально свободными программными решениями и готов содействовать. То есть внедрять в нас вот это вот все намного проще. По поводу устранения багов. У нас, как я уже говорил, есть команда, мы свои баги, мы баги в других продуктов можем устранить сами. По поводу тоже, да. Пакетирования. Тут та же самая ситуация. То есть мы заинтересованы в том, чтобы пакеты, которые мы использовали, были в тех дистрибутивах, которые мы будем использовать и так далее. То есть мы готовы выполнять эту работу. В своих интересах только, понятное дело. И по поводу разработки я уже сказал. Мы разрабатываем фактически каждый сервис, который надо разрабатывать каждому институту. И надо как-то уже консолидироваться, я не знаю. В общем, на этом мой близкий доклад заканчивается. Спасибо.